Песня называется «Ремонт часов». Сколько времени, не знаю, что с часами непонятно. То спешат они, показывая скорость не свою, то внезапно останавливаются. Только обонянием я примерно приблизительное время узнаю. Я сегодня же пойду к одинокому еврею, там на площади, где будочки выстроились в ряд. Гражданин часовщик, почините же мне время, что-то часики мои барахлят, барахлят. Он газетку отложил, на часы посмотрит внятно, покачает головою, снова глянет сверху вниз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мне он скажет, это ж надо. Да чего же вы, товарищ, довели механизм? Может, это не нарочно, может, это вы нечаянно, но для него, для механизма, абсолютно все равно. Вы совсем не бережете ваше время, ваши часики, сколько лет вы их не чистили, вот то-то и оно разберет. Часы потом он, причитая очень громко, и закончит, подышав, на треугольную печать. Судя по часам, Москва, вы уже довольно взрослый, и пора уже за собственное время отвечать. Спасибо. Вынул 50 копеек, 1700 шагов до знакомого двора. И машины мне навстречу будут мчаться в брызгах пенных, будто это не машины, будто это глиссера, разлохмаченные листья. Мне прицепятся к ботинкам, станет улица качаться в неоновом огне. А часы-то на руке будут тикать, тихо тикать и отсчитывать время, предназначенное мне. А часы-то на руке будут тикать, тихо тикать и отсчитывать время, предназначенное мне. А сколько времени, не знаю. Спасибо.